В одном из частных домов в поселке Бельколь произошел пожар, двое получили ожоги. Сообщение о пожаре в поселке Бельколь вчера вечером поступило в 17:19. На место происшествия были направлены 13 пожарных и 4 единицы техники. Пожарные предотвратили взрыв 50-литрового газового баллона. По прибытии установлено, что огнем полностью охвачен дом площадью примерно 10 на 7. С огнем боролись в течение часа. В 18 часов 17 минут пожар был полностью потушен. Сейчас выясняется причина пожара. Дом не был подключен к газу. Предварительная версия – несоблюдение техники безопасности при использовании газового баллона. Врачи констатировали у сына 1999 года рождения 50-60% ожога, у отца 1974 года рождения 15%.